На протяжении многих десятилетий городской парк был и остается излюбленным местом отдыха устюжан. Зимой здесь можно увидеть мам с колясками, а уже летом парк наполняется детскими голосами. В ближайшее время в парке ожидаются большие перемены. Проектом предусматривается устройство новой аллеи с твердым покрытием, установка освещения, малых архитектурных форм в едином стиле с обновленной набережной. Скамеечки именно под тот дизайн, который сейчас находится у нас на набережной улице, это цветники. Это мы будем устраивать там скейт-площадку стоимостью 1 200 000 рублей. И приобретать еще один аттракцион как мы поставили Ермак, но вот другой такой стационарный хороший аттракцион для парка. В этом году мы вложим в парк в ремонт 4 100 000 рублей. Это такая хорошая сумма, да, такие средства в парк расходим вкладывать. Сейчас руководство определяется с рабочим проектом и выбором нового аттракциона. А каким парк хотели видеть бы сами устюжане? Какие-нибудь карусели, там, цветочки, там, ну, чтобы красиво было, было приятно гулять. Ну, вот, поменьше там пьяниц, чтобы шаталось. И охранник какой-нибудь там поставить, чтобы была чистота и глупостями не занимались молодежь. Вот главное, чтобы аттракционы были повеселее. Для детей бы больше каких-нибудь реконструкций. Что еще какое-нибудь озеленение бы хотелось. И вообще в цивильный вид, чтобы привели. Хотя бы вход сделали, как был раньше. Кирпичная кладка красивая, такая узорная. Ну, приятно было отсюда заходить в ворота. Угу. Потом все ликвидировали. Ну, сейчас хоть тут остальные сделали, да? Что-то там. А тогда было очень красиво. Можно гулять. Танцплощадки не стало. Много там ликвидировали сейчас. Впервые за долгие годы Великоустюгскому парку культуру и отдыха выделяются такие средства. А значит, есть хорошая возможность привести в порядок бывшую усадьбу Булдакова, который и подарил городу этот парк. Андрей Жилин, Максим Колосов, Антон Карев. Новости провинции.